Компания «Электромотор». Хочу вам показать на рынку, на рынке Украины от торговой марки. Не, включайте чуть-чуть. Итал Тера. Это премиальный производитель. Газовые, уличные камины позиционируются. То есть внизу стоит газовый баллон. Очень удобная система включения. Сейчас. Пьезорожиком поджигается. И видите, получается такой вот очень горящие, я не знаю, что это. Горящие леденцы. Специальное стекло, жаростойкое. И работает как инфракрасный обогреватель. Мощность можно регулировать от 1 до 7 кВт. Вот, технические характеристики по расходу, по времени работы здесь вам покажем. Корпус из нержавеющей стали окрашенный. Есть датчик наклона от затухания. То есть, если, не дай бог, толкнули, то пожара не будет, сразу же загаснет. Еще раз. Моделька у нас Этна. Производитель Итал Тера. 2 года гарантии. То есть это все у нас нержавеющая сталь, покрыта очень такой порошковой краской. Здесь очень четко на таких вот направляющих стоит классное стекло. Само стекло сверху горячее, но вот видите, еще есть выход для горячего воздуха. Очень такой, ну, очень стильный уличный камин. Горит очень необычно, очень красиво. Если такая техника интересует, смело обращайтесь в компанию «Электромотор». Значит, внизу он у нас стоит на, смотрим, вот на таких вот роликах, колесиках, с фиксацией. То есть переместили, зафиксировали, сам не покатится. То есть мобильный, удобный, все очень продумано. Управление вам уже показано. Тут симпатичная перфорация, чтобы не завонялось внутри ничего. В общем, если интересует вас Итал Тера, то однозначно обращайтесь в нашу компанию «Электромотор».